Добрый день. Мы сегодня приехали в Калу. Заехали в Искру, посмотрели бабушкин дом. И вот мы в Кале. Вот такой вот у нас есть мемориал. Вот мы проходим дальше. Вот это символизирует как бы вход, калитки такие. Вот. И вот. Вы знаете, когда знаешь, что это твоя родина, чье-то сердце замирает, да? Вот ходишь по хатыни, ходишь еще где-то, как-то спокойно. А здесь вот эти знаки очень тяжело. Да. Вот смотрите, еще одна арка. И как вы видите, 100 мужчин. 100 мужчин, 950 детей. И посмотрите, всего лишь, ну и 200. 200, я думаю, это уже стариков было. И вот мы проходим последнюю арку. Сейчас мы пройдем в нее. Я вам еще посниму, пожалуйста, смотрите. И вот следующая арка. Мы идем. 508 женщин. Да, вот мы проходим. 508 женщин. Конечно. Но самое удивительное. Везде чистота, порядок. Везде покошено, убрано. Даже лес чистый. Так вот. Мы вошли. Вот такой вот коридор. И вы знаете... Здесь, конечно, каждый камень говорит о какой-то судьбе. Конечно, здесь прочитано много писем, прежде чем это все создать. И много исторического всего прочитано. И вот поэтому, наверное, в каждый камень вложена какая-то мысль или видение, или открытка, или письмо. Видите, вот такая могла быть деревня с маленькой... с маленькой церквушкой. Вот. Так вот. Вот каждый камень, о чем-то говорит, да? И говорит о том, что мы помним, покуль мы живы. Мы помним, конечно, помним. Помним. А когда-то мы здесь были, тоже в этом году, и где-то завыл собака. И вы знаете, что ощущение было здесь вот такое вот, как купол, и здесь был собака. Вот каждой деревне здесь есть колокол. Каждой деревне, эти все мне знакомы, так как мы приезжали к бабушке, и в этих деревнях. Ну, о этих деревнях все рассказывали. Или мы некоторые приезжали на лодке, на поезде ездили со Светлогорска. Вот так вот. Такие вот. Каждый колокол говорит. Нормаль мы знали. И Чиркович, Иракшин, Рудня, Искра. Все это похожие все и знающие деревни. Вот смотрите, здесь очень много... фамилии, которые знаешь. Но я самое интересное, посмотрите, вот Янченко. Янченко наша фамилия, видите, здесь тоже. Это в Искре была семья Янченко. И вот такой вот памятник, вечная память героям. Ну, я думаю, что в каждом поселке такой памятник стоит. У нас в Баричах стоит. Много таких памятников стоят и в поселках, и везде. Вот. И очень много всех похороненных. Вот такой вот комплекс. Я думаю, что вам очень понравится. И еще самое интересное, что вот эти яблони, они называются Алла.
И я тоже купила себе саженец. Он у меня есть. Я, когда вы смотрели видео, вы смотрели, что я посадила около себя яблоню Алла. Вот такие березки. Вот Слава читает. Я сейчас тоже там почитаю. Да. Большой, большой комплекс. Большой комплекс. И здесь, когда разговариваешь, идет эхо. Вот здесь вот все погибшие, расстрелянные. Вот. Мирных погибших, всех, все захоронения. Вот такая сюда. Вот церквушка в Али. Вот. Здесь когда-то, ну, мы так далеко не доходили, но заходили с бабушкой в этот лес. Здесь был лес. Вот. Сейчас мы поставим свечки. Здесь вот просто лежат свечки. Печки. Вот такая вот. Сейчас я пойду возьму денежки в машине. Зайду. Вот такая вот благодать, да? И солнышко, и красота. Сердце замирает, честное слово, замирает сердце. Все, ребята. Пока. Я думаю, что вам будет очень интересно все это видеть. Делаю этот фильм. Всем спасибо.